один хоккеист, что сказать, мощный. Весь лед искатали, ребята. Здрасте! Ребята, весь лед искатали, уже крепкий лед, да? Там слабоваты уже? Да, уже есть, где видно, провалились. Где провалились? Ну, там есть место, где чувствуется, что уже провалились. А, отверстие, да? Да, такое вот, знаете, уже. А, видно. Лестницу вижу, да. Лестницу уже для них мы лестницу. Ну, что поделать, молодежь, с этим вы не справитесь. Так и он не вылезет. Провалились. Так а что вы его из лестницы оставили? Ну вылезет там на этих вот станет. Металлург не вылезет, он же тяжелый. Металлург. Не, он вылезет. Вылезешь? Мы вылазим, а он не вылезет. Ну первый. На колесах вылазит. Ладно. Нам потом не занесет, а они... Назад иди занесет, смотри. Дай ему. А там он... Ну там достанется. Так они все равно ее опять поставят. Мы будем забирать. Зачем? Вот, знаете, растает, уже не будут ходить. Ну конечно, растает рано или поздно. Но пока же холодно. Пока не растает. Все, металлург. Убрали тебя. Ветер, а? Как флаг, ветер как флаг, мы пишем коньками песни атак. Молодым висел у нас дорога, старика. Сел нас почет. Широта страна моя родная, много времени солнце и век. Я другой такой страны не знаю, где такой напишет человек. А вон идет еще одна из этих женщин, это я знаю. Это не злая. Они не боятся, будем. Ну, они посмотрят друг за другом. Правда, она одна, вот сейчас посмотрим, куда она идет. За мусором идет. Это территория тоже получается? А? Территория их нет. Ну, они убирают здесь речку, чтобы не была грязная. Бутылки же кидают, мусор кидают. Понимаешь? Тоже опасно. Ну, конечно. Но у них работа, это другое дело. Ну и они по краешку идут. А сейчас просто свислыч спустили, а так они с очки эти и достают до сюда. Шить, не спускаясь. А тут они... Видишь как? Ладно, удачи тебе, давай, пока. Чистый лед. Мы за смелость, мы за риск, за честь. Только может поскользнуться здесь. Кто лишь за славою своей идет на этот чистый лед. Бьется над нами ветер, как флаг, ветер, как флаг. Мы пишем коньками песни атак.